победительница выиграла нам билеты. Халявного билета. Вот, и мы, короче, уже внутри, после концерта, продолжим эту запись и расскажем, что было. Мы идем на кого? Артем Винокуров. А может, еще говоришь, что ты? Артем Винокуров. Подожди, после концерта, короче, мы... Да прекрати. Мы первый раз выиграли в каком-то конкурсе и выиграли билеты на концерт Артема Винокурова. Мы думали, что нас, короче, выгонят, что это не настоящий билет. Что это паленые билеты, что это вообще не все правда. Ну, короче, посидели. Ну, я так скажу, чисто мое впечатление в следующем.